Доброе утро. 6 часов утра. Река Дон. Здесь я уже ловил. Ну вот. На удочку поймал первую плотву. Опять-таки из-под того же дерева. Клюют они там неплохо. Вода довольно теплая. Но на вот сейчас вот прохладно здесь. Не знаю, может быть градусов 10-12. Может быть 13, но не больше. На донку пока один разок дернула. Ну вот, плотву я поймал на опарыша. Будем смотреть, что будет дальше. Вот эта вот зеленая жижа, которая вот плывет, вот откуда-то она плывет. Очень мне не нравится это. Что это такое, вообще не понимаю. Ну вода просто цветет, вроде река, откуда ее только так много, не пойму. Становится чуть-чуть поинтересней. Сейчас время 7:30. Была хорошая поклевка на донку. Одного подлещика я упустил, к сожалению. Поймал бирючка на удочку. Ну вот пока как-то так. И еще уклейку одну поймал на удочку. В общем, продолжаем ловить. Время где-то без 28. Чуть-чуть поактивнее стало. Расклевались мелкие бирючки. На мою донку, полудонку, полуудочку. Жаль, на донке так вот не клюет. Угу. Что-то вот клюнуло на донку, причем так неплохо, но опять мимо. Думал, что покрупнее, а там бирюк опять. Ну, тоже неплохо. И вот впервые за долгое время я поймал подлещика на чесночный траппер. Ну это же просто прекрасно. Сейчас будем дальше продолжать пробовать. Это интересно. Вот он, чесночный траппер. Интересная штука. Но почему-то в этом году мне почему-то вообще не клевало. А вот сейчас, буквально минуты две назад, я поймал на него подлещик. Может быть, что-то еще на него клюнет. Сейчас попробуем. Ну, всех с 1 сентября. Конечно, улов у меня сегодня не богат был. Всего 6 рыбок я поймал. Ну, удивительно то, что на траппер поклевывало. Чуть по чуть, но поклевки были. Не знаю. Мне кажется, с утра просто слишком холодно было. Вот сейчас ближе к 8-9 рыба немножко расклевалась. И, возможно, еще бы продолжил клевать. Но, к сожалению, надо ехать домой.